Девушка пришла устраиваться на работу в фирму и спрашивает начальника отдела кадров. А куда делся прошлый сотрудник? Тот посмотрел на нее и говорит: ушла в декрет. Девушка подумала и отвечает: опасно у вас. У семьи золотая свадьба, собрались гости, и тут у мужа спрашивают: Семен Маркович, вы с супругой недавно отпраздновали золотую свадьбу. Скажите, как вам удается столько лет преодолевать семейные конфликты? Тот подумал и отвечает: когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Сарочка называет это компромиссом. Общаются две подруги. Первая рассказывает: Сара, а ты знаешь, что мой муж умер сразу после свадьбы? Вторая отвечает: как жаль беднягу, но хоть повезло, недолго мучился. Мужик попал в ад. Черти предложили ему выбрать наказание. Ходит он, смотрит. Там сковородки лижут, там камни тяжелые ворочают, все как-то неприятно. Вдруг видит, какой-то бомжик, и его ублажает симпатичная деваха. Мужик сразу радостно кричит, что это ему подходит. Черт, обращаясь к девице: Ксюха, иди отсюда, вот тебе и смена прибыла. На военном корабле боцман спрашивает капитана: капитан, а почему у нас во всех каютах висят картины Айвазовского? Тот посмотрел на него и отвечает: это не картины, боцман, это иллюминаторы. Учительница спрашивает у ученика: Вовочка, почему ты опоздал на урок? Мальчик отвечает: у моего дедушки случился удар. Учительница взволнована: что, у него больное сердце? Вовочка успокаивает: нет, у бабушки слишком тяжелая сковородка. Разговор в трамвае. Девушка стоит возле мужчины и говорит: мужчина, не уступите даме место. Мужик посмотрел на нее и отвечает: ничего, постоишь. Уже один раз вот так женился. Идут два мужика. Один другому говорит: вчера был на дне рождения, ел селедку под шубой. А другой посмотрел на него и говорит: да, ты и в армии хлеб под одеялом жрал. Начальник нажимает на кнопку и говорит своей секретарше: Леночка, два кофе, пожалуйста. Голос из динамика: Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы на выходные оставить в покое? Отойдите от домофона,